Еще один пожар в столице Чувашии. Сегодня экстренно эвакуировали воспитанников столичного детского сада номер 127. Примерно в 16:00 в образовательном учреждении произошло задымление. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Произошло короткое замыкание электропроводки в детском садике номер 127 по трассостроителю 19. По приезду пожарных подразделений установлено, что возгорания не было, горения проводов, дверей, изделий каких-то тоже не было. Лишь было короткое замыкание проводки на расстоянии 10 сантиметров протяженностью. Было небольшое задымление потолочного элемента. Воспитатели поступили правильно, вызвали пожарную охрану, начали эвакуацию детишек и родителей, количество 72 человек. Провели эвакуацию и посчитали людей на выходе на улицу. Значит, в настоящее время электричество подано в садик. Каких-то препятствий для запрета эксплуатации детского садика не имеется.